Александр Зорич. 31-й. Желтая ворона. Часть 2. Окончание. Дорога. Обычная фронтовая дорога. Скелеты лошадей. Артиллерийский передок в кювете. Обухов пожирал глазами все изгибы, все складочки местности, выбирая вариант поудобнее. Наконец, впереди показалось подходящее ответвление. Костя, вот грунтовка направо, видишь? Да? Туда свернешь. Ты, Витя, цели наблюдаешь? Ни одной! И я не вижу. Ладно, слушай. Если что-то заметишь, сразу докладывай, но без меня не стрелять. Тем временем Стюарт ходко выскочил на пригорок, и ровно там, где Обухов ожидал увидеть противника, он его и увидел. Это была корма легкого танка Р-35, на которой в качестве опознавательного знака был нарисован белый румынский крест с ласточкиными хвостами на торце каждой перекладины. Само собой, в такие тонкости Обухов не вникал и однозначно опознал танк как немецкий. С крестом же! До супостата было 700 метров. Остальные машины, видимо, уже ушли в низинку. Хотя их Стюарт двигался вдвое быстрее, чем Р-35. Они летели как на крыльях. Была опасность, что через несколько секунд вражеский танк исчезнет из поля зрения. «Целься ему в корму, прямо в центр креста, Витя!» — приказал Обухов. Сам он тем временем нырнул вниз, извлекая из боеукладки новый унитарный патрон. «Так точно!» — ответил Леонов. «Костя, короткая!» — скомандовал Обухов. Мехвод плавно притормозил, делая короткую остановку. «Витя, готов?» «Да!» «Огонь!» — выдохнул командир и мгновенно перезарядил орудие. Не тратя ни секунды, нырнул вниз за следующим бронебойным. «Доклад, Витя!» — потребовал он. Наводчик-то, в отличие от него, все время смотрел в перископ, наблюдал цель непрерывно. «Прямое попадание!» «Отлично! Повторим!» Подбитый Р-35 загорелся с третьего попадания. Стюарт вновь помчался вперед. Оросив двух румынских танкистов в пышных беретах ободряющим свинцовым дождиком из пулеметов, они аккуратно обогнули горящий танк и почти сразу за поворотом, отмеченным внушительным сараем, уткнулись в сухопутный дредноут Б-2. Это чудовище с обнимающими громоздкий корпус по периметру гусеницами, как на английских танках-ромбах времен империалистической войны, такие трофейные Обухов видел как-то в Ворошиловграде, как раз начинало разворот. Похоже, командир немецкого танка успел получить по радио вопль о помощи, а может, сам что-то заметил, кто знает. И теперь монстр поворачивал, подставляя свой необъятный бок. «Короткая!» — выкрикнул Обухов мехводу, а сам, багровее от натуги, навел пушку вручную при помощи плечевого упора, была у Стюарта такая особенность, и выстрелил. Сноп искр обозначил место попадания, но француз Б-2 был бронирован до неприличия здорово, почти на уровне советских тяжелых танков Клим Ворошилов. «Командир, командир!» — закричал Леонов. «Гляди, у него на жопе какой-то короб!» И в самом деле на корме Б-2, выступая за верхний габарит, горбатилась громоздкая настройка неясного назначения. «И что за короб?» — спросил Обухов. «Надо по нему бить!» «Одобряю, наводи!» Башня Б-2, которая, ясное дело, вращалась куда быстрее, чем танк разворачивался, тем временем навелась на их Стюарт. Но немецкие танкисты поспешили с выстрелом. Снаряд пролетел мимо. Тотчас выстрелил и Обухов. Бронебойный шарахнул по железному коробу на корме Б-2, ровно туда, куда прицелился Леонов. Кормовой бронелист Б-2 имел основательную толщину — 5 сантиметров. Пробить его снаряды Стюарта могли бы только в самых идеальных условиях, которых не было. Но на Б-2, с которыми имел дело экипаж «Желтые вороны», вместо 75-миллиметровых пушек были установлены огнеметы. А поскольку огнесмесь для них занимала внушительные объемы, разместить ее получилось только в специальном баке, вынесенном в корму машины. Бак этот защитили 30-миллиметровыми листами брони. Конечно, немецкие военные инженеры охотно воспользовались бы более толстой броней, но тогда перегруженный Б-2 утратил бы остатки и без того незавидной подвижности, как объевшаяся медом оса. В итоге немецкие военные инженеры пошли на компромисс. Этот самый компромисс и был прошит бронебойным снарядом их Стюарта. Вслед за чем взорвалась огнесмесь.
полыхнуло так, будто на многострадальную новороссийскую землю упал отколовшийся по недосмотру ответственных солнечных лиц кусок солнца. Вражеский танк полностью скрылся в гудящем шаре пламени. Но Обухов, который не поддавался чарам внезапного успеха и ни на секунду не позволял себе расслабиться, немедленно скомандовал Чевтаеву: «Полный ход!» И в этом приказании Обухов не ошибся. Командир вражеского танка еще толком не успел осознать, что по его машине разлита тонна пылающей огнесмеси, зато успел перезарядить пушку и внести поправки в прицел. Обреченный Б-2 снова выстрелил сквозь завесу огня. Не прыгни Стюарт вперед, вражеский снаряд пробил бы насквозь его башню и, конечно, убил бы Обухова. Мехводу Чевтаеву показалось, что рывок Стюарта на один миг опередил его собственные Чевтаева манипуляции с органами управления машины. Но чего только в бою не померещится, верно? Так или иначе, хитрюга 31-й вышел из-под удара, а для третьего выстрела у немца кишка оказалась тонка. У Б-2 вместе с двигателем сдохло и все электропитание. В боевом отделении клубился удушливый горький дым, и командиру оставалось только отдать приказ оставить машину. Немцев в черных куртках причесали из пулеметов. Опасаясь, что у охваченного пламенем Б-2 вот-вот сдетонирует боезапас, Обухов приказал Чевтаеву притормозить в полусотни метров. После чего командир взялся решать. Искать ли ему пути объезда или, прикрываясь горящим танком, ждать, что предпримут уцелевшие немцы. Победило наступательное мышление. Чевтаев, охотно выполняя приказ командира, двинул танк вперед. Давая опасные крены, Стюарт пополз вверх, объезжая пылающий Б-2 по широкой дуге. Тут по ним взялись стрелять из своих коротких пушечек оба уцелевших румынских танка Р-35. Снаряды кувалдами колотили по броне. Но ни одного пробития! Обухова, однако, больше всего интересовало, куда подевался второй сухопутный дредноут Б-2. Ведь в нем он вполне оправданно видел главнейшую угрозу. Его ужасу Б-2 обнаружился в наихудшем виде из возможных. Развернувшись к ним непрошибаемым лобовым бронелистом, он открыл огонь из 47-миллиметровой пушки. Само собой, Обухов немедленно скомандовал: «Задний ход, быстрее!» Но первый снаряд уже ударил по броне. Впрочем, передок у их танка оказался крепче, чем о том судил Обухов. Три немецких снаряда один за другим попали в наклонный передний бронелист между смотровыми приборами механика-водителя и радиста, и все три ушли на рикошет. Леонов, между тем, ответно бил бронебойными в лоб Б-2, а что еще оставалось? Увы, столь же безуспешно. По всему было видно, что из боя самое время выходить, и тут очередным снарядом их Стюарту порвало гусеницу. По инерции машина проползла отмеренные ей судьбою метры и остановилась, нелепо развернувшись поперек дороги. «Похоже, довоевались», — грустно подумал Обухов. Он хотел уже отдать команду оставить машину, но сообразил, что они успели достаточно сдать назад, чтобы их прикрыл корпус горящего гиганта Б-2. «Все живы?» — спросил он. «Да, командир», — ответил Курсилов. «Живы?» — подтвердил Чевтаев. «Вроде бы», — пробормотал Леонов. «Ну, тогда еще повоюем». Немцы достаточно самонадеянно запустили свой Б-2 в притирку с горящим собратом. Уж очень им хотелось догнать и добить вертлявый русский танк. И вдруг случилось именно то, чего несколько минут назад опасался Обухов. Правда, сержант думал, в горящем танке сдетонирует боезапас, а вместо него рванули бензобаки. Эффект был как от гаубичного снаряда. Взрывная волна обрушилась на прущий по обочине немецкий танк, ворвалась в воздухозапорники его двигателя и заглушила его. Немец внезапно остановился. К счастью для экипажа «Желтой вороны», башня второго горящего Б-2 мешала орудию его еще живого собрата навестись на обездвиженный Стюарт. В то же время Обухов со своего места видел краешек кормового горба с горючей жидкостью для огнемета, самое уязвимое место наглого супостата. Он мгновенно навел пушку на горб и выстрелил. Удар, искры, облачко пыли. На слишком невыгодный угол встречи снаряд не смог пробить даже 30 миллиметров брони. Делать, однако, было нечего.
Обухов терпеливо перезарядил пушку и выстрелил в ту же точку. И снова нет пробития. «Ну же, командир!» — умоляюще простонал Леонов. «Давай! Бей снова! Металл устанет! Мы его расковыряем! Чей не впервой! Расковыряем!» И точно. Выхлопные патрубки Б-2 выплюнули два чадных шлейфа. Это водитель все же сумел совладать с заглохшим мотором. Но прежде чем махина стронулась с места, третий снаряд Стюарта, ударивший в каких-то миллиметрах от двух предшествующих, проломил таки броневую защиту бака с огнесмесью. Если на первом Б-2 бак взорвался, да так эффектно, что хоть для хроники снимай, то на этом лишь лениво загорелся медленным оранжевым пламенем школьной химлаборатории. Однако пожар в корме не помешал вражине протянуть чуток вперед и влепить в башню Стюарта бронебойный. Немецкий снаряд пробил маску пушки, обдал Леонова и Обухова дыханием смерти и, выломав из башни кусок брони размером с пачку папирос, вместе с трофеем улетел в неведомые дали. По счастью, оба танкиста не получили даже царапин. Однако было ясно, что следующее попадание станет роковым. «Экипаж, покинуть машину!» — крикнул Обухов. Выхватив из укладки пистолет-пулемет «Томпсон», ими была укомплектована сгоревшая машина номер 13, поставленная напрямую из Америки, командир успешно вывалился на горячую решетку моторно-трансмиссионного отделения. За истекшие сутки этот выход стал его коронным трюком. Остальные члены экипажа тоже благополучно добрались до земли и спрятались за корпусом танка. И очень вовремя. Потому что на немецком Б-2 затакал башенный пулемет «Шаттельро». Разумеется, он выцеливал недобитых большевистских танкистов. Теперь вопрос стоял так. Успеет ли немецкий гигант доползти до их брошенного Стюарта, прежде чем пожар в баке с огнесмесью его добьет? Или же все-таки рванет прямо сейчас, в ближайшие секунды? Обухов рывком выглянул из-за левого ведущего колеса 31-го и сразу же схоронился. То, что он успел заметить, вселяло пессимизм. Из башни выбрался тощий немецкий танкист с огнетушителем и теперь, балансируя на броневой спине танка, пробирался назад к горящему баку. Этак он его еще и потушит, сукин сын. Ну уж нет, не бывать этому. Поставив Томпсон на боевой взвод, Обухов опрометью бросился вперед под защиту развороченного недавним внутренним взрывом Б-2. Немец с огнетушителем его, конечно, заметил. Но пока он, неловко удерживая огнетушитель одной рукой, тащил из кобуры пистолет, Обухов успел побить все рекорды на 100-метровке и, вскинув Томпсон, дал по врагу длинную очередь. Немец упал. Обиженно стукнула броню беспризорный огнетушитель. Обухов приметил, что незадачливый пожарник допустил серьезную оплошность. Оставил открытым люк в кормовом бронелисте башни. У сержанта в придачу к Томпсону имелись две гранаты. «Что ж, отлично! У вас товар, у нас купец!» Сержант швырнул гранаты одну за другой, целясь в открытый люк. Первая граната, как ему показалось, даже куда-то там попала. Но вторая точно нет. Отскочив, она покатилась по броне горящего Б-2. «Вот же дрянь!» Сержант упал, закрыв голову руками. Что и как взорвалось в немецком танке, он не понял. Однако взорвалось. Двух ошалевших немецких танкистов прикончили Курсилов с Чевтаевым. Молодцы, не зевали. Обухов пытался внести предложение из разряда «не взять ли языка?». Но мысль свою из-за полученной легкой контузии связно донести до товарищей не смог. Это был самый результативный танковый бой, проведенный сержантом Обуховым в его жизни. И, к слову, самый результативный из виденных им. Все, кто умеют считать патроны в маузере красного командира, глядя в кинотеатре фильм про борьбу с басмачами, легко сосчитали бы. Стюарт Обухова уничтожил 3 немецко-фашистских танка вместе с экипажами. Обухов считать умел, и его очень беспокоил вопрос, а где же оставшиеся 4 танка из числа тех, что они видели? Ведь каждую секунду в поле зрения мог появиться Р-35. И хотя пушечка его не внушала почтения, ее в паре с пулеметом «Шаттельро» вполне хватило бы, чтобы перебить наших героических танкистов, как куропаток. «А пожара-то нет», — голосом без выражения сказал Курсилов, кивнув на их родной 31-й. «Тут вопрос, работает ли у нас пушка», — вздохнул Леонов. Действительно, делать выводы о боеспособности Стюарта можно было, только проверив пушку.
Если она не в порядке, отбиться от вражеских танков никак не выйдет, и машину придется бросить. Леонов, быстро в танк, проверяй орудие. Вы? Глаза разгоряченного боем Обухова пылали, как уголь, и он буквально опалил взглядом Чевтаева с Курсиловым. Приступайте к ремонту гусеницы. Ну, а я на рекогносцировку. За несколько метров до гребня холма сержант упал в мягкую, пегую прошлогоднюю траву и с легкостью человека, редко евшего досыта, пополз. Что ж, а вот и те самые четыре танка. Два Р-35 и две пулеметные танкетки. Все с румынскими, а не с немецкими экипажами. Последнее обстоятельство было существенным и счастливым, потому что румыны поторопились продемонстрировать присущие себе стойкость и боевитость, а капитан Агеев сказал бы уровень политико-морального состояния, и, узрев гибель обоих гигантов Б-2, спешно драпали. «Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!» Слова Леонова оказались пророческими. На одном легком Стюарте разогнать отряд из 7 танков, 2 из которых тяжелые. Обухов улыбнулся во все зубы. «Пушка сдохла», — доложил Леонов, когда сержант вернулся. «А еще у нас от обстрела полно трещин», — добавил мехвод Чевтаев. «Много бензина вытекло. Того, что осталось, хватит на считанные километры». «Ну, значит, будем выполнять приказ командования», — заключил Обухов. «Выходить на плацдарм, захваченный к югу от Новороссийска». «Пешком?» «Почему пешком?» «На вверенные нам техники». Через 3 часа уже в сумерках Стюарт с чудом заклепанной гусеницей пополз на восток. Когда совсем стемнело, впереди бешеным танцем вспышек дал знать о себе горячий бой. Музыка этого боя была лучшим из всего, что они могли надеяться услышать. Она значила, что морская пехота майора Куникова еще держится за плацдарм в Станичке. На дороге впереди показались подводы, мотоцикл, легковая машина. Это были тылы немецкой части, брошенные против неустрашимых морпехов. «Курсилов, Леонов, огня не открываем», — предупредил Обухов. «Чевтаев, включай все внешнее освещение. Сделаем вид, что нам прятаться не от кого. И аккуратненько, не довони кого-нибудь ненароком». «А может, довонем?» «Не навоевался? Тут передовая, влепит из противотанковой, даже не поймешь, откуда прилетела». «Ну, как скажешь, я бы дованул». «Дованешь еще, ближе к переднему краю». Многие немцы, которых они обгоняли, приветливо махали руками. Им, конечно, и в голову не могло прийти, что из их глубокого тыла приехал танк-чужак. Ну а то, что пехтура ни черта не смыслит в моделях танков, это Обухов усвоил давно и накрепко, ничего другого он и не ждал. Вот впереди показался пост немецкой фельджандармерии. «Останавливаться не будем. Если попросят остановиться, не открывая огня, едем дальше». Крупный немец с винтовкой, однако, остановил идущий перед ними кургузы вездеход, а к танку не выказал никакого интереса. Аккуратно приняв левее, Чевтаев объехал вездеход и двинул дальше. Судя по взлетающим впереди осветительным ракетам и ожесточенному пулеметному перестуку, линия фронта была уже совсем близко. Прорвались легко. При этом Чевтаев, наконец, дованул пулеметный расчет. Только когда танк уже катился по нейтральной полосе, по нему открыли огонь. Причем свои же морячки. Обухов хотел выскочить и побежать вперед, сказать, чтобы не стреляли, но образумил себя тем же, чем и сутки назад под Южной Озерейкой. Наверняка тут полно мин. Можно ведь и погибнуть не за грош. В итоге Стюарт, царственно не заметив брошенных в него морячками гранат, пролетел мимо свежих стрелковых ячеек и помчался вглубь плацдарма. Вот здесь уже интуиция подсказала Обухову. Сейчас полковой противотанковый резерв с ружьями Симонова всполошится и навертит ему дырок в корме. Поэтому он скомандовал Чевтаеву «Стоп!», а сам вылез из танка и крикнул в темноту: «Эй, братки! Есть тут кто?» В качестве ответа он услышал «Хенде хох!» «Я свой! Командир танкового экипажа, сержант Обухов!» Через 10 минут... Все четверо — Обухов, Чевтаев, Леонов и Курсилов — широко и бессмысленно улыбаясь, стояли перед майором в коротко подрезанной шинели. Они находились в теплом блиндаже. Им наливали чай.
Для них нарезали краюху белого хлеба, драгоценную драгоценность. Они были живы. Все четверо дойдут до Белграда и вернутся с войны домой. Вернутся. Что же до «Желтой вороны»? Стюарта с номером 31. Снаряд немецкого дальнобойного орудия, выпущенный с северо-западной окраины Новороссийска, пролетел 12 километров и вывалился из низких облаков над плацдармом. Снаряд попал в башню Стюарта. Легко проломал броню, вошел внутрь, разнес в клочья командирское сиденье, достиг днища машины и взорвался. Вместе с дальнобойным снарядом рванули остатки бензина в баках. «Желтая ворона» исчезла. На месте танка, необычайного счастливца, осталась лишь многометровая воронка. Но железная душа Стюарта пережила взрыв. Как и положено душе. «Отважный!» — услышала душа Стюарта. «Ты должен был погибнуть вместе с экипажем. Но и твой экипаж, и ты сумели невероятное, сотворили невозможное, и за это тебе положена награда. Ты будешь перемещен в общество собратьев, победивших предопределение. В мир, где живет суровый гигант КВ, не пустивший немцев в Ленинград. И яростный красавец-тигр, не пустивший русских в Париж. Там наслаждаются жизнью малыш Рено ФТ, который защищал Мадрид, и стремительная самоходка Вольверин, которая обороняла Бастонь. Так Стюарт отправился в мир, где все танки счастливы, где всегда полно бензина и запчастей, где всякий день есть с кем повоевать, где вдосталь силы, скорости и радости движения. И несть ни печали, ни воздыхания, только жизнь бесконечная. И лишь об одном жалел иногда Стюарт, что не ведают о его светлой судьбе ни сержант Обухов, ни красноармейцы Чевтаев, Леонов и Курсилов. Thank you.